Так, отель Вилла Дорадо. Сейчас я сниму, какие тут бассейны на территории отеля. Вот это маленький детский бассейн. Небольшой такой бассейн. Вот сам отель. Вот тут такой детский. Еще один. С разными божьими коровками, пальмочками, с которых вода льется. Сейчас я его запущу. Тут есть кнопка запуска. Нажимается вот так. Вот. И пошла вода литься. Тут божья коробка тоже отсюда льется вода. Запустила бассейн. Прикольно для маленьких детишек. Так, даже большой. Сейчас бассейн. Здесь тут еще ведерочка висит, которая полная наливается. Выбрасывается вон. Да, звездочки. Так, у большого бассейна орешек летит. На опросы свои отвечает. Привет. Привет. Отдыхаешь, Ореш? Отдыхаем, да. Вот одни остались. Всех разогнал. Да. Территория отеля бассейна пустая. Время только полседьмого. Не знаю, то ли не сезон, то ли это на Горлодаде не торопиться. На пляж вот не пошли сегодня, что-то находились в Патагоне. Решили завалиться здесь. Кстати, обалденные лежаки. Удобно вообще. Так что вот так. Водичка хорошая, только что искупались. Интересно, там сцена поют или нет? Что-то там никакие концерты не дают. Концерты ты даешь, наверное. Да? Ты что там делаешь? Изучаю испанский язык. А, ну, выучил. Как извините по-испански? Пердон. Пердон, месье, сеньор. Сколько стоит? Cuánto es? Cuánto es? Cuánto es? А пока как? Что? По-испански. До свидания. Айдос, я так скажу. Adiós a la luz de Hades. Вообще не в попад, не айдос. Ладно, все, пока. Está bien.